Погулять на свежем воздухе и проверить свое здоровье. В городском округе Люберцы это возможно благодаря работе выездной диспансеризации. Каждую субботу врачи ждут жителей округа в Центральном парке в специальном мобильном комплексе. Подробности далее. Этот автобус ничем не отличается от кабинета врача в поликлинике. Здесь можно пройти первичное обследование, сдать анализы крови, измерить внутриглазное и артериальное давление, сделать ЭКГ. Одним словом, оценить состояние здоровья и в случае неполадок получить направление на углубленную диспансеризацию. Здесь у нас можно провести осмотр первичного терапевта. Первично все мы сделаем здесь. И происходит это в связи с тем, чтобы для выявления у пациентов, вернее у населения, выявление заболеваний. Мы сегодня здесь вместе с мужем. Достаточно комфортно, особенно повезло с погодой. Хорошо, что в субботу, потому что мы работаем на буднях. Вот. А сегодня мы освободили субботу от всех остальных дел и пришли сюда проверить здоровье. Уважаем такую акцию, уважаем и поддерживаем. Мобильный центр здоровья работает в Центральном парке каждую субботу с 10 до 14.00. При себе пациентам необходимо иметь паспорт и полис ОМС. Луиза Игязарян, телеканал ЛРТ.